Закончила сериал «Девочка под именем Саша». Надеюсь, вам понравилось. Сейчас вы увидите маленькие кадры из этого сериала. В первой серии, как вы понимаете, сами родились Саша и Маша. Во второй серии они пошли в школу. В третьей серии Маша нашла своего любовника. Ну, как любовника. Жениха, надо так сказать. В сериале, по-моему, 8 человек. Я точно не помню, простите. Это Мия, это мать ихняя, Феликс, ихний отец, Маша, дочь, и Саша тоже дочь. Лариса, ну это я просто там в сериале просто так добавила. Мамбл, доктор и так далее. А нет, 9, по-моему, человек.